метелкой подмели, потому что это снегоуборщик хранился вот в этом помещении, где находятся дрова. Масло проверил, бензины есть, и теперь нужно запустить. Вот так. Открыть кран. Посмотреть вот на эту вот. Ага, закрыто. И запускаем. Ну, вроде бы все. Иди сюда, помоги! Нажми! Вот это, так не нажимай! Нажми этот чуть-чуть! Оп! Небольшой вот такой вот запуск сделали. Ветер дует нам навстречу, и весь снег прям в лицо моей жене. Она убежала. Здесь все снегом набросала. И мне каким-то образом сейчас нужно вот таким вот образом закрепить вот этот резиновый половик. А потом продолжать работать. Ну, как-то снег дует, не повезло нам. Может, в эту сторону направить и здесь попробовать. Ну, очень интересно. Еще с лампочкой не попробовал. Хотел вам показать, как лампочка вот эта работает. Ну, ладно. Ну, факт тот, что немножко откидали. Будем закручивать. Сейчас веревочку найдем и закрутим этот резиновый половик. А потом продолжим работать. Перед гаражом площадку очистили от снега вот этим снегоуборщиком. Принесли лопату. Уже второй раз лопатой пододвинули вот сюда снег. И получилась вот такая кучка. Откидывать не стали. А зачем кидать, если есть снегоуборщик, который будет откидывать этот снег? Посмотрите, вот здесь была защитная какая-то лапка такая вот, которая шевелится туда-сюда. Ну, у нас не город, а село. Если камень попадет, ну и пусть он свободно вылетает. А то бывает, что этот камешек опять летит на вон те лопасти. Ну, вроде понятно. Лопаткой очищать очень хорошо. Вот так постучишь по лопатке. Вот с этой стороны. Посмотришь, ага, никакого сопротивления нет. Вот здесь, например, вот так вот постучать. Отлично получилось. Все чистенько. Лед, смотрите, постоял немножко. Лед. Вот здесь тоже лед скапливается, очень много льда. Вот так постучишь, постучишь. Ну, вроде понятно. Вот эта скоба была закреплена вот здесь. Мы ее убрали. Вот такой вот снегоуборщик. Легкий, хороший. Чуть-чуть станет тяжелее.
если бы был тяжелый, не справились. Лучше вот такие легкие снегоуборщики. Вот здесь еще раз подтянули вот эту вот пружину, чтобы не было свободного движения. Ну что-то все равно надо делать, там какое-то сопротивление шайбами надо сделать, так чтобы не было вообще какого-то шевеления, а то двигается хобот сам по себе. Вот смотрите, вот это вот куча снега. Мой сын приехал отдыхать, сейчас будет отдыхать. Включает. Вот такой вот двигатель хороший, американский.
Ухо держи. Хорош! Вот так работает снегоуборщик. В основном на третьей, на второй скорости. Ну, это и сами видите. Если ветер в лицо, отпускай ниже. Будешь чистый, без снега. А то бывает снег задувает и весь белый становится. Дед Мороз такой не бывает, как работа с этим снегоуборщиком. Всего засыпает. Ну, что-то так. Мы научились, стали профессионалы. Со снегоуборщиком мы понимаем, как с ним работать и как сделать как можно меньше движений этого снегоуборщика, делая какие-то вот такие вот кучи снега. Ну, вроде понятно. Но после него все равно нужно лопатой чистить. Лопата стоит одна, вторая. После снегоуборщика надо чистить. Но если я переделаю на ножи, вот эти ножи переделаю, будет так же вот чисто, работать будет снегоуборщик, и уже лопату применять не будем. Это будет правда. Ну, что-то так. Мы довольны. Никакой силы не придаем, только удерживаем этот снегоуборщик, чтобы он не уехал подальше. Позвоночник наш остался целый, не болеет, и мы довольны этим снегоуборщиком. Просто шикарно. Сейчас его нужно, конечно, почистить минут 20, поставить и идти обедать. Обед уже.